В уединенном месте у подножья горы жил монах. Почти все время он проводил в молитве и за чтением книг. Дьявол не мог спокойно смотреть на его простую и смиренную жизнь. Он много раз пытался проникнуть в его дом, но ничего не получалось. Монах был чист душой и не впускал его. Тогда дьявол поспорил с ним, что все равно войдет в его жилище. «Нет», — сказал монах, — «тебя в свой дом я никогда не пущу. Если я все-таки войду к тебе, ты выполнишь одно из моих желаний?» Монах был настолько уверен в себе, что беспечно согласился. Однажды утром он вышел из дома и увидел ворона со сломанным крылом. Пожалев птицу, он занес ее внутрь. Ворон тут же обратился в дьявола. «Теперь ты должен выполнить одно из моих желаний», — сказал он. «Выбирай, или ты убьешь человека, или займешься прелюбодеянием, или напьешься». Монах сильно опечалился и стал думать: «Если я с кем-то прелюбодействую, или тем более кого-то убью, то загублю две души, и свою, и другого человека. Если же напьюсь один раз, то это не такой страшный грех, ибо на утро все равно протрезвею». Он пошел в трактир и напился. Тут к нему подсела легкомысленная женщина. Они отправились к ней домой и стали прелюбодействовать. Но вскоре вернулся ее муж. Завязалась драка, который монах его убил. Думая об алкоголе как о малом грехе, монах попал в ловушку дьявола. Лишившись трезвости, он совершил и остальные два греха. Утерянная добродетель. Часто люди, изучающие Библию, сталкиваются с противоречиями в отношении Священного Писания к алкоголю. С одной стороны, мы встречаем, что употребление вина порицается. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». С другой стороны, мы видим одобряющие и благословляющие вино высказывания: «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина». Может ли Священное Писание одновременно и рекомендовать, и осуждать употребление алкоголя? В русском народе есть один священный продукт – это хлеб. Этим словом мы называем и колосья в поле, и собранные зерна, и муку, и готовый испеченный продукт. Для нас действительно очень многое связано с хлебом, и в русском языке очень много терминов, которые связаны с ним. И у еврейского народа есть одно родовое слово, которое означает все, что связано с виноградом. И виноградную лозу, и свежевыжатый сок, и опьяняющий алкогольный напиток. Этим словом обозначается все. Таким же священным продуктом, как хлеб для славянских народов, для древних иудеев был виноград. Сам виноград и продукты, получаемые из него, были жизненно важными для людей того времени, живших на засушливой арамейской земле. И в еврейском языке есть слово «яин», объединяющее множество терминов, отражающих виноделие, виноградный сок в разных его состояниях. Если мы посмотрим на природу палестинской земли, то мы не увидим никаких подобных плодов, которые бы столь замечательно вытягивали влагу из засушливой земли, которые бы давали столь питательные продукты и которые были бы так легки в переработке.
в русском языке не было такого количества обозначений, связанных с возделыванием винограда. И все эти термины при переводе священных текстов были обозначены одним словом – «вино». Тогда как изначально в писаниях за словом «вино» стоит 13 разных понятий. Вот знаете, вот если мы возьмем Пятикнижие Моисеева, Тору, то слово «вино» в Торе встречается 250 раз. Слово «вода» 220 раз, слово «хлеб» 200 раз. И можно сделать такой вывод, что хлеб и вода реже применялись, чем вино. И как же, если в Библии постоянно говорится о вине, так это, наверное, очень сильно полезно пить это было вещество. Дело в том, что в еврейском языке было 13 еврейских слов, которые мы перевели словом «вино». Из этих 13 еврейских слов только 3 имели отношение к алкоголю, а 10 были разные формы сохранения виноградного сока. О том, что в Библии нет противоречий в упоминаниях о вине, мы находим в первую очередь в трудах священномученика Владимира Богоявленского, который в начале 20 века занимал главные кафедры Русской Православной Церкви – Московскую, Петербургскую и Киевскую. В своем докладе, сделанном им в 1912 году, он объясняет, что под понятием «вино» в Библии подразумевается как перебродивший, так и обычный виноградный сок. И когда Писания говорят одобряющие слова о вине, речь идет о неперебродившем виноградном соке. А там, где мы видим проклятие и запреты на употребление вина, речь идет о перебродившем виноградном соке, то есть об алкогольном вине. Если мы перенесем вышесказанное на Библию, то кажущиеся противоречия мгновенно устраняются. Например, в книге пророка Иеремии, в 48 главе, мы читаем: «Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями». Очевидно, что в точилах в виноградном прессе не могло быть алкогольное вино. Там мог находиться только сок, который только что был выжат из винограда. Разделение терминов приводит к тому, что, как говорит священномученик Владимир, мы нигде не находим, где бы однозначно благословлялось опьяняющее вино. Поэтому, если мы действительно правильно оценим Библию, то Библия – это книга о трезвости и книга о том, что даже однократный прием вина приводит к очень большим последствиям. Ну, например, таким, как было у Лота, как было у Ноя и как было у многих библейских персонажей, которые один раз попробовали и потом всю жизнь вымаливали свои грехи у Господа Бога. Традиционно принято считать, что винопитие, изготовление вина было характерной чертой культуры Древней Греции и Древнего Рима. Все уверены, что древние греки только и делали, что пили вино, и даже якобы детей этим вином поили. То есть для нас с вами вино – это напиток алкогольный, в котором есть определенный градус, достаточно высокий. Тогда как для греков вино, в первую очередь, был виноградный сок, даже в том случае, если этот сок и не подвергался какой-то дополнительной переработке. Распространенное заблуждение, что в древнем мире люди пили только алкогольное вино, базируется на том, что в те времена якобы было невозможно сохранить виноградный сок иным способом, кроме как его сбраживанием. То есть, по большому счету, вином они называли как сок из винограда только что выдавленного, так и сок, который хранился в течение какого-то времени. Но что касается римской истории, ну или во всяком случае истории эпохи эллинизма, мы знаем достоверно, что они уже открыли к этому моменту способ длительного хранения виноградного сока путем кипячения. На самом деле проблемы, с которыми сталкивались в древности при сохранении перебродившего сока, то есть алкогольного вина, были достаточно велики. Оно окислялось, появлялась плесень, плохой запах. В то же время сохранение виноградного сока без брожения было относительно простым процессом. Его просто выпаривали на огне до состояния сиропа. Древнеримский автор Луций Колумелла, 70-й год до нашей эры, в своем трактате о земледелии объясняет: чтобы обеспечить сохранение сока, люди помещают муст в свинцовые сосуды и путем кипячения уменьшают его на четверть, другие на треть. Генри Хомес, американский исследователь в Константинополе, в своей статье о вине приводит такой пример.
Простой виноградный сок без добавления каких-либо нейтрализующих средств против окисления, кипяченый от 4 до 5 часов, уменьшался на 1/4 своего объема. После кипячения его вливают в глиняные емкости, плотно закрывают кожей, чтобы не было доступа воздуха. Обычно, не имея никакого опьяняющего свойства, его свободно употребляют как мусульмане, так и христиане. Некоторые кувшины, которые я лично держал в руках, уже сохранялись в течение 2 лет, не испытывая никакого изменения. Другим способом сохранения виноградного сока было его сбраживание. Но у людей того времени стояла задача именно сохранить полезный продукт, а не создать опьяняющее изделие. Этиловый спирт, образующийся в соке при брожении, был лишь консервирующим элементом. Для уменьшения концентрации алкоголя в вине, чтобы избавить его от опьяняющего свойства, вино разбавляли. Во время раскопок находили не только сосуды для вина, но и сосуды для смешивания вина. То есть существовали специальные места, где происходил вот этот процесс смешивания вина с водой. У древних авторов мы находим ссылки на обычаи разбавления перебродивших вин. Согласно мнению Гомера и Промиана, вина требовали 20 частей воды на 1 часть вина. Гиппократ считал 20 частей воды на 1 часть вина надлежащим напитком. Вот как об употреблении вина говорил древнегреческий писатель Плутарх, живший в 1-2 веках нашей эры. В трактате о Димитрии и Антонии он пишет: «В давние времена спартанцы по праздникам напаивали илотов, то есть рабов, несмешанным вином. И потом приводили их на пиры, чтобы показать молодым, что такое опьянение. Но следом он добавляет: исправлять одних людей ценой развращения других, на наш взгляд, и бесчеловечно, и вредно для государства». В этой замечательной цитате Плутарха мы видим, что вино употреблялось только в разбавленном виде и в такой степени, чтобы молодые спартанцы не видели никогда пьяных взрослых. И в еврейском народе вино также употреблялось только в разбавленном виде. Например, в книге притчи «Премудрость», созывая своих гостей, разбавляет в чаше свое вино. Неразбавленное же вино было символом гнева Божия. Как в 74-м псалме говорится, что Господь изливает чашу с неразбавленным вином на грешников, наказывая их. В современной церковной среде существует ряд заблуждений, основанных на неправильном понимании Священного Писания, с помощью которых люди пытаются оправдать употребление алкоголя. Чаще всего приводятся такие примеры. 103-й псалом Давида из Ветхого Завета, где сказано, что вино веселит сердце человека. Первое чудо в Кане Галилейской, описанное в Евангелии от Иоанна, когда Господь Иисус Христос превратил воду в вино. И совет апостола Павла апостолу Тимофею употреблять немного вина, упоминаемый в послании к Тимофею. Действительно, что же стоит за этой фразой в 103-м псалме, когда Господь устами своего пророка Давида говорит: «Вино веселит сердце человека». На самом деле, в этом 103-м псалме описывается прекрасное творение Божие. Псалмопевец Давид обходит взглядом все окружающее и говорит, как прекрасно сотворил мир Господь. И в том числе упоминаются те самые 3 священные продукта.
Вот, говорит, хлеб, который укрепляет сердце человека, вот елей, которым можно умастить лицо, а вот вино, которое веселит сердце человека. Почему веселит? Да потому что сердце человека благодарит Бога за этот замечательный благодатный продукт, которым питается еврейский народ. Ветхий Завет, Псалтирь, Псалом 103. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Очевидно, что в этом тексте псалмопевец Давид, выражая благодарность Господу, описывает природу вокруг себя и словом «вино» называет виноградную лозу. Было бы неправильно трактовать этот стих, предполагая, что сердце пророка Давида наполняется весельем от опьянения. И еще о том, что веселит в вине сердце человека. Точно не алкоголь. Можно привести пример из книги Судей, глава 9, где говорится: «Сок веселит сердце человека». Виноградный сок веселит сердце человека. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. На брачном пире в Кане Галилейской Иисус из воды сделал хорошее вино. В римском мире в новозаветное время самые лучшие вина были те, в которых опьяняющее свойство устранялось кипячением. К примеру, Плиний в трактате «Естественная история» говорил, что хорошее вино – это вино, лишенное опьяняющего свойства. Подобным образом Плутарх указывает, что вино намного более приятное, чтобы пить, когда оно не воспламеняет мозг и не влияет на ум или страсти. Поэтому, когда мы говорим о том, что Господь сотворил вино для тех, кто был на этом пиру, конечно же, однозначно мы говорим, что это был не опьяняющий напиток. Скорее всего, разбавленное в согласии с общей традицией вино. В любом случае, Господь не мог находиться в собрании, где люди предаются греху. Думать так, что Он оставался там и тем более был причиной их опьянения – это абсолютно кощунственная мысль. Еще одним распространенным примером из Библии, якобы оправдывающим употребление алкоголя, является совет апостола Павла апостолу Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Для некоторых людей этот текст означает, что алкоголь сам по себе не представляет никакой опасности для здоровья. Другие же это место воспринимают прямой рекомендацией умеренного употребления алкоголя. Иной раз говорят еще о том, что апостол Павел Тимофею говорит, что ради немощей своих телесных ты пей немного вина. Здесь используется как раз то понятие, которое говорит о винограде не как о вине, опьяняющем человеческий ум, а именно говорится как о винограде, как о целебном продукте, дающему человеку силу для жизни, являющейся лекарством для человеческой немощи. Мы находим подтверждение этому в исторических свидетельствах, говорящих об употреблении в древнем мире неперебродившего безалкогольного вина для медицинских целей. Древний историк Афанасий в трактате «Званый обед» пишет: «Пусть он пьет сладкое вино, разбавленное водой, или подогретое, ибо это хорошо для желудка, так как сладкое вино не опьяняет». Здесь мы видим совет, который поразительно подобен совету апостола Павла.
Все пьяницы глубоко убеждены, что в церкви причащают вином, поэтому надо пить пиво и водку. Для меня это тоже было загадкой, вот почему. Видите, причастие – это таинство. И для человека, верующего в церкви, никакого отношения к пьянству и алкоголю не имеет вообще, для верующего человека. Причастие – это одно из основных христианских религиозных таинств. По традиции, для таинства причастия используется разбавленное вино. Разбавляется оно дважды. Первый раз холодной водой, во время приготовления к службе. Второй раз теплотой, то есть горячей водой, непосредственно перед причастием. Такое разбавление вина, по сути, должно лишать его опьяняющего свойства. Иногда среди православных христиан, имеющих пристрастие к спиртному, встречается такая позиция, когда трезвенников, то есть людей, полностью воздерживающихся от алкоголя, называют еретиками и сектантами, ссылаясь на 51-е апостольское правило, которое гласит: «Тот, кто гнушается вина, да извержен будет». Когда я сам встретился с таким мнением, сославшись на апостольское правило, я не поленился найти это апостольское правило. Это 51-е апостольское правило. О том же самом говорится в 53-м апостольском правиле. Но если мы берем дословный текст правила, то там говорится: «Аще епископ или пресвитер гнушается вина не подвига воздержания ради, да извержен будет». То есть, по сути дела, эта заповедь говорит о пользе воздержания для человека. Святитель Игнатий Брянчанинов. Вино лишает человека способности сохранять ум в трезвении. Связанный действием вина, он увлекается в пропасть греховную. В одно мгновение погибают плоды долговременного подвига, потому что Дух Святый отступает от оскверненного грехом. Вот почему сказал преподобный Исаия, египетский отшельник, что любящие вино никогда не сподобятся духовных дарований. Эти дарования, чтобы прибыть в человеке, требуют постоянной чистоты, возможной только при постоянной трезвенности. Для меня, как для священника, я нашел подтверждение в книге Левит, в 10 главе, о том, что Бог говорит Аарону, а Аарон – это есть основатель ветхозаветного священства, что когда ты входишь в скинию собрания, когда ты входишь в храм, то ты не должен употреблять вина во веки веков. Для чего? Для того, чтобы отличать священное от несвященного. И мое глубокое такое убеждение в том, что священник вообще всегда должен быть трезвым. Почему? Потому что вот меня, как священника, могут в любой момент времени вызвать к умирающему человеку для того, чтобы его напутствовать в мир иной. И если я нахожусь в нетрезвом состоянии, для меня является смертельным грехом в нетрезвом состоянии заходить в алтарь. Тем более брать святые дары и идти причащать человека. Очень важно, что Священное Писание указывает, почему страшно опьянение. Человек, находящийся даже в небольшой степени опьянения, теряет чувство Бога. Он перестает отличать чистое от нечистого, священное от несвященного. И он не может общаться с Богом. А потерять возможность общения с Богом – это очень страшно. И если кто-то может быть из священников или мирян, я не исключаю того, что в настоящее время это не знает и может сказать о том, что вот надо употреблять вино, ссылаясь на тот или иной текст Священного Писания, я думаю, что в этом случае человек, как правило, оправдывает свое личное отношение к этому веществу. И к церковной позиции оно не имеет никакого отношения. Блажен муж и женине на совет нечестивый. Аллилуйя.
Сейчас икона «Неупиваемая чаша» празднуется 18 мая. А 18 мая – это день памяти преподобного Варлаама Серпуховского, основателя нашего владычного монастыря. А как же произошло это явление? Почему именно 18 мая мы празднуем эту икону? В конце XIX века в Ефремовском уезде Тульской губернии жил отставной солдат, который страдал пьянством. Он пропивал всю пенсию, все, что находил в своем доме, и дошел до нищенского состояния. От беспробудного пьянства у него отнялись ноги, но он все продолжал пить. И вот однажды этот уже опустившийся человек видит необыкновенный сон. Перед ним предстал старец и сказал: «Иди в город Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона Божией Матери, неупиваемая чаша. Отслужи перед ней молебен, и будешь здоров душой и телом». Не владея ногами, не имея посторонней помощи, он не рискнул отправиться в дальнее путешествие. Старец явился ему снова, но тот все еще не решался выполнить услышанное. Старец явился ему в третий раз и уже настолько грозно приказал исполнить повеление, что несчастный пьяница немедленно на четвереньках отправился в путь. В одном селении он остановился на ночлег. Старушка-хозяйка, чтобы облегчить боль, растерла ему ноги мазью, и он уже смог, опираясь на палки, дойти до Серпухова. Придя в монастырь, он рассказал о своих сновидениях и попросил отслужить молебен. Но никто в монастыре не знал иконы Божией Матери с таким именем. Стали смотреть, искать, и тут вспомнили, что на переходе из Георгиевского храма в колокольню есть икона с изображением чаши. Поднялись на этот переход, сняли икону со стены и увидели, что сзади действительно на ней написано «Неупиваемая чаша». Отслужили молебен, и когда повели этого страждущего солдата к гробнице преподобного Варлаама, то в иконном изображении, которое лежало на гробнице преподобного Варлаама, он узнал того старца, который ему явился во сне. Говоря о вопросе употребления вина, интересно отметить такой факт. В монашеском укладе византийских монастырей употребление вина допускалось, но в русских монастырях с определенного исторического периода закрепилась трезвая традиция. Основателем этой традиции явился великий угодник Божий, строитель русской духовной культуры, преподобный Сергий Радонежский. Если до него в русских монастырях еще использовались правила византийских типиконов, церковных уставов, в которых разрешалось небольшое употребление вина, то, исследуя уставы тех монастырей, которые были основаны преподобным Сергием, во всех них обязательно появляется глава: «О еже не пите, не употребляйте вина отнюдь», то есть полный запрет на употребление вина монахами. Недавно мы праздновали 700-летие преподобного Сергия. Оказывается, с преподобного Сергия у нас началось действительно мощное, трезвенное движение внутри монашества. Мы видим, что у всех учеников преподобного Сергия в уставах появляется глава, которой нет ни в одном греческом уставе. Глава о том, что еже не имейте никакого хмельного питья, никаких хмельных напитков. Во-первых, сам преподобный Сергий был абсолютным трезвенником. В его житии ясно и четко говорится, что он ни к устам не подносил, ни даже запах обонял никаких хмельных напитков. Также мы знаем, что родители преподобного Сергия были трезвенниками. Его брат никогда не употреблял вина. И вот если мы вообще возьмем жития святых,
Например, Дмитрия Ростовского. Там 2000 житий святых описано в 12-томнике Дмитрия Ростовского. В 200 житиях, в 200 из 2000, сказано об отношении вина этих святых, которые описаны вот в этих житиях. Из 200 святых, где мы находим вообще указания о приеме вина, 190 вообще ни капли не принимали и категорически призывали к трезвости. И в первую очередь это были основоположники очень многих монастырей. В том числе это был и Сергий Радонежский, Александр Свирский. То есть все монастырское духовное движение, аскетическое, было основано на трезвости. Я, например, с радостью прочитал в житии святого патриарха Иова, это первый патриарх на Руси, что он, к удивлению многих, никогда не пил вина. Традиция трезвости, которую заложил преподобный Сергий, была продолжена в 15-16 веках. Эту традицию развил преподобный Иосиф Волоцкий. Он говорил: «Если что и писано в уставах, что инокам разрешается пить вино, и имелось вино в монастырях, в русской земле другой обычай и другой закон. А что повелевают святые отцы и пить по чаше, или по две, или по три, то этого и слышать не хотим. Не подобает нам иметь в обители питья, от которого бывает пьянство». Мысли преподобного Иосифа Волоцкого были взяты деятелями церкви, которые на Стоглавом соборе вырабатывали общецерковные правила. И 51 глава Стоглава рекомендует уже всем монастырям придерживаться такой практики – совсем не иметь в обителях ничего хмельного. И вот эта традиция развивалась вплоть до того, что на Стоглавом соборе эта норма, чтобы в монастырях не употреблялось и не держалось вино, была рекомендована как общая церковная традиция, которой стоит придерживаться всем монастырям, настоятелям всех обителей. Вот такой вывод делает Русский собор, понимая, что у греков свои обычаи, а у нас свои. Необходимо отметить, что существуют значительные отличия в способности представителей разных народов нейтрализовывать попадающий в их организм алкоголь. Например, у южных народов, испокон веков употребляющих виноград, эта способность выше, чем, скажем, у северных народов. Употребляемый в пищу виноград в результате естественного брожения в желудочно-кишечном тракте приводит к появлению небольших доз алкоголя. И организм на протяжении многих поколений научился вырабатывать особые ферменты, нейтрализующие его. Оказывается, алкоголизму подвержены по генетическим аспектам целые расы, целые народы. В их организме генетически нет одного фермента. Называется этот фермент альдегид дегидрогеназа. Он первый встречает молекулу алкоголя в организме, первый начинает ее расщеплять. Например, для чукчей, якутов или других народов Азиатского Севера даже небольшие дозы спиртного представляют огромную опасность. Попадая в их организм, алкоголь быстро приводит к возникновению зависимости. Исторически, народы России на генетическом уровне имеют очень низкую способность расщеплять попадающий в организм алкоголь. Именно поэтому употребление даже небольших доз спиртного приводит к появлению алкоголизма. В 17 веке, после проведения реформы патриарха Никона, в русских монастырях стали насаждаться греческие церковные уставы. И, к сожалению, существовавшие типиконы, то есть уставы, которые были приняты основателями русских монастырей, были замещены. Вот та традиция, которая появилась в монашеской среде с преподобного Сергия, к сожалению, прервалась. Этот несчастный исторический случай произошел во время реформы патриарха Никона, когда опять были взяты
греческие уставы, а русские уставы, содержащие главы о трезвости, были забыты. Существующий сейчас церковный устав просто повторяет те византийские обычаи, в которых употребление вина допускалось. Можно сказать, что, к сожалению, произошло забвение тех традиций, которые были в России в рассвет монашеской жизни. Не зря святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что в современных монастырях возрождение трезвости – это одна из самых насущных задач. В России существенно нужно устранение вина из обителей. Это понимали благоразумные и благочестивые настоятели. И тщетными останутся все усилия кого бы то ни было, если постановления святых отцов относительно монастырей не будут восстановлены во всей полноте. Комментируя слова апостола Павла «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», святитель Феофан Затворник говорит: «Не упивайтесь вином, говорит апостол. Но как положить меру, с которой начинается упивание? Христианам, скорее всего, идет «совсем не пейте». Огонь в кровь влагается и малым количеством вина, и, прибывший от того развеселение плотское, развивает мысли и расшатывает нравственную крепость. Итак, строго судя, винопитие совсем должно быть изгнано из употребления из среды христиан. Если после Великой Отечественной войны у нас не было ни одной семьи, которая так или иначе с ней не соприкоснулась. Кто-то воевал, кто-то погиб, кто-то был ранен, кто-то трудился в тылу, кто-то был в партизанском отряде. То есть все так или иначе были участниками этой войны. И мое глубокое впечатление, что вот сейчас, в настоящее время, у нас нет ни одной российской семьи, которая так или иначе не столкнулась с этой проблемой. Алкоголизм, алкоголизация является войной против нашего с вами народа. И разрушенные семьи, и брошенные дети, они так или иначе связаны с этой проблемой.
Вы знаете, алкоголь – это самый ярый враг детства вообще, ярый самый враг семьи. У нас, наверное, 95% разводов на почве пьянства одного из родителей, понимаете? У нас 95% детей-сирот, приживых родителей – это социальные сироты, родители которых решили прав за пьянство и алкоголизм. То есть дети в пьющей семье страдают больше всего. Больше всего страдают именно дети. Хотя пьющие родители этого и не понимают. Поэтому все дети хотят, чтобы их родители жили трезвые. Мама, не пей, папа, не пей. Это самая распространенная просьба у детей в таких семьях. Бывает, приглашают в школу, и перед тем, как прийти, я прошу педагога, чтобы каким-то образом вот эти вопросы, которые дети хотели бы задать, пусть они напишут, им легче так. И вот заметил, что даже не важно, какой класс, третий класс, четвертый, восьмой или пятый, примерно 3/4 вопросов, они связаны с алкоголем. Это пьющий отец, пьющая мать или пьющие родители. И вот детская душа, она прямо вот это крик души, она переживает это. Как помочь родителям? Ну, даешь совет такой, постарайся сам быть непричастным к этому. Недавно к нам в приют зашел парнишка. И я его спрашиваю, он выпускник детского дома, а мы к ним ездили. И я спрашиваю, как у тебя дела там, что, как вот тот там Рома, как вот мальчики. И он мне рассказывает, конечно, тяжелую историю, что этот спился, второй спился, третий сидит в тюрьме. Спросил про девчонок. Тоже, к сожалению, услышала неутешительные вещи. Дети их уже в доме ребенка. А сам он спасся тем, что рядом оказался тренер. Конечно, одно из самых тяжелых последствий – это дети в детских домах, последствия алкоголизма. Когда все понимают и признают это службы и суды, что ребенок в этой семье оставаться опасно. В семье, где он рожден, ему оставаться опасно. Это страшно. И он попадает не в менее страшную ситуацию, но там, где хотя бы не опасно физически, там разрушается по-другому. Система воспитывает человека системы. Из детских домов, из домов ребенка, ребенок переходит в детский дом, из детского дома в тюрьму. Это следующая система. Его приучили так жить. И какая бы ни идеальная была система, мы никогда не сможем дать того, что могла дать семья. 95% детей – это социальные сироты. То есть по той или иной причине родители не могут воспитывать ребенка. Но почти всегда это связано с алкоголизацией родителей. Согласно исследованиям, 60% детей в пьющих семьях подвергаются насилию. Более 90% детей в детских домах – это дети родителей, лишенных родительских прав из-за алкоголя. По статистике, 40% выпускников детдомов попадают в тюрьму. Еще 40% становятся алкоголиками или наркоманами. 10% кончают жизнь самоубийством. И лишь 10% находят в себе силы начать нормальную жизнь. А водкой и вином, и пивом торговать – это богонеугодное дело, это дьявольское дело. И эти люди понесут эту заслуженную кару. Кстати, то, что мы ходим в магазин, и написано «водка русская», там «российская», там «Петр Первый» и прочее – все это обман. Почти весь алкогольный рынок у нас захватили западные монополии. Весь табачный рынок захватили западные монополии. Они качают эти деньги, а нам что? А нам болезни, нам проблемы, нам смерть. Вот очень хитрая, понимаете, система выстроена. Поэтому я считаю, люди, которые ходатайствуют, которые продают алкоголь, это страшное занятие. Эти люди понесут страшную кару. И они, и их дети, и их внуки будут отвечать за то, что они творят сейчас на нашей земле. Ничего не получается хорошего в семье тех, кто разрушает семьи через продажу алкоголя. Пусть это даже достаток принесет в семью, но это не принесет счастья. И убежден просто-напросто, что те люди, которые торгуют алкоголем, или они не имеют совести как таковой, или эти люди ее пропили, может быть, свою совесть, или они не имеют вообще понятия о том, что таковая существует. Такому человеку хотелось бы напомнить слова из Священного Писания: кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, чтобы в день страшного суда повесили ему на шею мельничный жернов,
и утопили его в пучине морской. Для всех очевидно, что никто на земле долго не живет. И рано или поздно мы предстанем пред Богом и будем отвечать за свою жизнь. Продажа алкоголя – это продажа яда. Вот. Но если яд продавать нельзя, алкоголь – это тот же самый яд. Но, тем не менее, он легально продается в обществе. И, к сожалению, об этом никто не задумывается. И даже не предполагается в ближайшее время принятие никаких законов, именно ограничивающих продажи спиртного. А вот то, что алкоголь священники и священнослужители благословляют, водку, вино, освещают эти магазины винные, освещают пивные заводы, но это грех страшный, понимаете? Они освещают то, что приведет людей к гибели, в конце концов, душевной гибели людей приведет. Это преступление. Суть проблемы в том, что алкоголь не воспринимается обществом как серьезное зло. Сколько людей еще должно погибнуть? Сколько семей распасться? Сколько еще детей должно попасть в детские дома, чтобы мы задумались, какую опасность несет в себе алкоголь? Часто приходят и задают вопрос: «Владыка, а как оградить от этого пагубного влияния детей?» Я считаю только личным примером. В свое время мне запомнились такие строки: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему». Дети обычно начинают пить, глядя на взрослых. Именно соблазн в том, что дети никогда бы не узнали об алкоголе без взрослых. Вот в этом смысле соблазн своим примером. То есть через взрослых дети впервые знакомятся с грехом. Я сам долгое время был умеренно мало употребляющим человеком. И в какой-то момент я понял, что своим, казалось бы, легким, небольшим употреблением алкоголя я однозначно буду соблазнять своих детей. И не смогу их уберечь, чтобы выпустить их в эту жизнь, где огромное количество соблазнов, где люди будут специально, целенаправленно учить их пить. Мне стало страшно. И вот именно из этих соображений я в какой-то момент принял обет трезвости. Считаю, что поступил абсолютно правильно. Действительно, дети мои живут сейчас в трезвости. Я надеюсь, что я смог, мне удалось передать им свой дух. И надеюсь, что они этот дух передадут своим детям. Священномученик Владимир Богоявленский. Но возлагая надежду на Спасителя, мы не должны оставаться бесчувственными здесь и сами, как это, к сожалению, делают многие из нас, не считая это своим долгом. Странное это явление в нашем христианском обществе. Когда кто-либо падает в воду, мы его спасаем. Когда заболевает, мы приглашаем доктора. Но когда погибает в пучине порока не тело только, но и бессмертная душа человеческая, мы равнодушно смотрим и, подобно Каину, говорим: «Какое мне тут дело? Разве я сторож брату своему?» Истинный православный христианин – это не только тот, кто совершает закон и правила, потому что ортодоксальный православный – выполняющий закон, а христианин – имеющий дух любви. Вот надо, чтобы был и закон, и дух любви. И вот если есть закон и дух любви, это есть истинный христианин. Он не может остаться в стороне, он не может быть равнодушным. Он будет подавать пример всегда и везде. Я обычно говорю, что лучшая проповедь христианства – это личная благочестивая жизнь. Если человек видит, что рядом с ним даже малопьющий человек, и он не задумывается о том, что свою рюмку он соблазняет других, то это, конечно, приносит вред духовный и тому, кому он соблазнил, и самому этому человеку. И
часто такой вред наносится не по злому умыслу, а просто потому, что человек не думает о том, что он может кого-то соблазнить, может кому-то навредить. Закон Божий, ведь он вложен в сердце каждого человека. И вот слова апостола, что если брат мой притыкается и изнемогает, век не буду есть мясо и пить вина, это вот для них, для многих стало основанием принятия их личного обета трезвости, для того, чтобы помочь не только себе, но и сострадающему ближнему своему. Священномученик Андроник Никольский. Итак, трезвость пусть будет священной и обязательной для всех служащих алтарю Господню. Прежде всего, всякий будет сам благим примером трезвости. Горе нам, пастырям, если соблазняем на вино наших верных. Тут дело даже не в пьянстве, а только в том, что и батюшка пьет, если он даже только одну рюмку выпьет. Нужно считаться с народной психологией и с народной слабостью, ищущей себе всякого оправдания. А кроме того, кто поручится, что выпивающий только по рюмочке не будет и горько пить и не сделается пьяницей? Ведь никто не родился пьяницей, а пьяницами делались, начиная только с умеренного и разумного выпивания. Если священник будет пить в меру, то какие-то прихожане тоже будут пить в меру, а те, которые в меру пить не могут, будут пробовать пить в меру, будут все время запивать, глядя на него. И он для них будет искушением. Вот чтобы не искушать малых сих, подать пример полной трезвости. А с другой стороны, как об этом говорится в концепции нашей Русской Православной Церкви по утверждению трезвости, принятой в 2014 году, что каждый христианин обязан быть примером трезвого образа жизни. И я думаю, что вот для нас сейчас есть этот документ, принятый священноначалием нашей Церкви, и нам необходимо в первую очередь ориентироваться на него, что мы должны быть примером трезвой жизни. И моя задача как священника – возродить древнюю православную традицию чистоты. В том числе неотъемлемой частью православной культуры была культура трезвости. Мало кто знает, что в конце 19-го – начале 20-го веков в России развернулось мощное трезвенническое движение, в котором участвовали тысячи людей по всей стране, которое было активно поддержано церковью. Было организовано около 2000 обществ трезвости, которые насчитывали более 500 000 членов. Я являюсь председателем нашего Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение», которое в настоящее время объединяет около 300 обществ трезвости, находящихся в 109 епархиях Русской Православной Церкви. И те люди, которые приняли для себя решение, что они будут жить трезво, они понимают, что притыкается наше Отечество. И они просто-напросто приняли для себя такой подвиг, такой труд, что они решили стать примером трезвой жизни. Я могу свидетельствовать, что люди в приходском братстве трезвости – это люди абсолютно неравнодушные, глубоко переживающие все, что происходит вокруг. Поэтому я думаю, что трезвенное движение – это одно из самых деятельных проявлений любви к окружающим людям. Мной написана книга, она так и называется, «Как организовать общество трезвости на приходе». В этой книжке пошагово расписано, как создавать общество трезвости, какими делами общество трезвости могло бы заниматься. И поэтому я считаю, что трезвость, в первую очередь, это наша христианская нравственная добродетель, это есть необходимые условия для нашего спасения. Вот в нашем храме есть одна семья, там муж погиб командировке, будучи нетрезвым. Сын пошел по этой кривой дорожке. И мать, безусловно, переживая за него, приходила, молилась. И в какой-то момент ее молитвы достигли. Сердце, души ее сына. Он пришел, также начал ходить в братство трезвости, стал молиться, принял обет трезвости. У него разрушалась семья на тот момент, на сегодняшний день. Там растет
двое сыновей. Вот. А мама этого молодого человека, она постоянно подходит со словами благодарности. И надо сказать, что это не единичный случай. И в настоящее время эта трезвая жизнь является той спасительной соломинкой, той помощью, которая необходима нашему с вами народу для того, чтобы понять и осознать, и вообще сохраниться как народу, как нации, сохранить свою государственность, свое самосознание, сохранить своих детей, свое будущее, сохраниться как народу, как таковому. Слабая нация, она очень управляема. Нация, которая имеет пороки, она слаба и контролируема. Тот, который поддается и не имеет силы воли, чтобы справиться с недугом, справиться с соблазном, он поддастся и на любую провокацию. Поэтому здесь, я думаю, что начиная с побед над самим собой, мы выйдем к другой победе, которую так давно хотят в нашей стране, которая достойна нашей России. Если таким образом я знаю, что весь народ, среди которого живу я, тяжело страдает от какого-нибудь бедствия, то эта любовь обязывает меня сделать все, что только я могу предпринять к устранению бедствия, а прежде всего употребить то средство, которое может быть наиболее действенным. А самое действительное средство против алкоголя – как в отношении общественного оздоровления, так и уврачевания отдельных его жертв, есть совершенное отречение от употребления спиртного. Thank you.